Этим утром в подмосковном Алабине более 70 самолетов и вертолетов приняли участие в репетиции парада, приуроченного к 72-й годовщине Великой Победы. Воздушный строй открыл самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. В небе появились стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолеты-заправщики, истребители и штурмовики. Полеты вертолетов проходили на высоте 150 метров со скоростью 200 км в час. А самолеты взмывали до полукилометра и двигались около 500 км в час. Еще предстоит провести несколько таких тренировок. Генеральная репетиция состоится 7 мая на Красной площади. В этом году в параде впервые примет участие арктическая техника.